Всем привет, друзья! Столкнулся недавно с такой проблемой, как протечка пластиковых соединений или фитингов. Что бы я ни делал, как бы сильно ни закручивал, все равно протечку устранить не удавалось. И непонятно было, в чем причина, потому что изначально срез был ровный, нормальный. То есть вот специальные у меня ножницы для пластиковых труб. Первый раз, когда я просто срезал ножовкой, понятно было, что срез неровный и плохо вставляется, и поэтому протекает. В этот раз все было отрезано нормально. Вот, и долго не мог понять, в чем причина. Потом порылся в интернете, нашел такой полезный совет, хочу с вами поделиться. Что я сделал, значит? Вот на самой трубе нужно снять фаску. Вот и есть специальный приборчик такой, там как похож он на точилку для карандашей, только большую специально для труб. Вот. Но я просто снял ножом ее, вот краешек, снял, подровнял ее напильником, но я думаю, чтобы еще, как говорится, довести до совершенства это дело, сейчас еще подровняю наждачной бумагой. Сейчас покажу. Ну вот, примерно вот так вот закруглил это дело. Потом что? С помощью жидкого мыла вот это вот колечко, как резиновое, намазал, значит, его смазал. Так вот. Смазал на место. Ой, одной рукой неудобно. Так. Потом вот это вот, как оно, уплотнительное колечко сверху. Затем вот эту уже подготовленную трубу. А, нет, сначала на нее вот этот вот пластик. Вот ромашку. Я ее ромашкой называю. Вставляем до упора сквозь это резиновое колечко. Одной рукой неудобно сейчас. Так, вставили до упора и прижимаем вот этой белой штучкой, ромашкой вот этой. Прижали плотно и уже закручиваем от руки. Все делал от руки. Без фумленты, без всего, просто затянул плотно и все. Вся течь пропала. Вот такой вот вам полезный совет. Если пригодится, то хорошо. На этом все.